И всем привет, друзья, с вами тот самый опаснейший Феликс, и прямо сейчас я нахожусь в том самом безумном мире, но я сегодня не один, а со мной сегодня кто? Дед, привет, друзьяшки. Дедушка под именем Ред Ангир, я думаю, вы все его прекрасно помните, сегодня я решил позвать его к себе в мир. Внучек, я тебя спасу. Как вы можете заметить, у него на голове, ну, как бы он полысел, да, постарел, нету бровей, ты что, шампунь же майсенба? Кажи перхоти, казиме, карамбазин, болту, сидин, ба? В общем, сегодняшней ночью я намерен ему показать полный весь свой ACP фонд, познакомить его кое с какими ACP. Ты вообще знаешь, что это за тема? Ну я, короче, я в теме. В какой теме? Бля, что это за звук? Ты тоже это слышал? Я не слышу. Да как ты не слышал? Не ругайся, меня дети смотрят, ты не понимаешь. Ну, в общем-то, это аномальные объекты. А ты откуда бомж знает об этом? Вот так секрет. Я там в туалете был. Ты сейчас можешь наблюдать кучу разных построек. У тебя вообще никаких вопросов нет. Я вот думаю тебя поселить в один из домов, потому что вот тут есть пустующий дом, понимаешь? А ну-ка давай. Я просто слышу какие-то голоса, это не у меня в голове? Нет, это не в голове, то есть, а хотя может быть это у тебя в голове, подожди, я не знаю. Просто кто-то болтает, я не пойму кто. Вот дом, в общем, смотри. Да? Ну давай. Ну ты куда? Вход с той стороны, дурачок, сломай. Поставь обратно дверь. Подожди, там все, прикрывай, внучек, я бегу в дом, внучек, прикрывай. Заходи, ты факел зачем сломал, блин? Ты зачем передо мной дверь закрываешь, я не понимаю. Короче, ты, возможно, будешь жить здесь. Конечно, по-хорошему, надо было бы помойку где-нибудь поставить, да? Кто кидается? Не знаю, это не я. Ты раньше был посмешнее. Да сейчас я жвачку проплачу. На, держи, я тебе скидываю. Все, погнали в ACP фонд, я тебя буду с этим знакомить. Жить ты, короче, будешь здесь, да? Ну да, только мне тут надо освещение, это кровать. Ну это потом сделаешь, разберешься, все нормально, проводку проведем, пошли. Опа. Ё-моё, ты что за хрень? Я первый это раз такое вижу. Сэмба. Скажи перхоти, кмб. На. Да не было столько мобов здесь, пока ты не пришел. Охренеть, что меня ударило. Это Илюша пришел. Какой Илюша? Я не понимаю, что меня ударило так сильно. Так сзади, вот, бегает. Ты что, я не вижу его, что это за хрень? Да, да это мутант бегает, ты че? Да какой это мутант, я не вижу никого. Быстрее пошли в ACP фонд, ну задолбал ты уже драться ну, с ними, смысл деду, какой? Ну у меня же кости старые, не могу я так быстро. Колени хрипят, как на скрипке. За мной. Сейчас, чувак, мой дедушка, ты обосрешься. Давненько я не срал. Так, ну что, начать, наверное, с самых... А, нет, давай начнем с самых таких жестких, злых, опасных, странных, аномальных. Я уже слушаю, он там находится, наверное, самый страшный. Ну ладно, давай лучше мы дальше пройдем. А что это такое? Ты что тут, размолотил, что ли, все? Это ACP... Ну да, я здесь делаю ACP фонд, свою лабораторию. Ну и, друзья, совсем забыл вам сказать про лайки. Давайте наберем 10 лайков. Для меня это очень важно. А ты сколько думаешь, они могут собрать? А я думаю 20. Ребята, 20 лайков, и я 20? Помещусь в гроб. Вот так, нет, сюда не заходим. Сюда не заходим, нет. За мной, слишком за мной сюда. Страшно для деда, да? Слишком страшно для тебя. Твое сердце точно, уж ну ё-моё, пошли. Так, давай, да, начнем с живой комнаты. Там тентакли, да, какие-то будут. Какие тентакли? Ну, не знаю. Нормально там все. Убей ее, убей эту собаку. Просто берешь и заходишь, никаких вопросов не задаешь. Просто берешь и заходишь. Заходишь, да? Да, заходи. Все. Раз, два, три, четыре, пять. Ох ты что. О, все, конец, да? Хочешь Динус есть? Так, ну ладно. Тебе объяснить, что это за ACP? Короче, да если что, это ACP, которая комната съедает. Блин, ай, по ХП мало. А эту комнату можно как-то поссать туда? Нет, не ты, чувак, даже блоки не сломаешь, понимаешь? Даже блоки не сломаешь, мужик. О, а давай вообще комнату застроим полностью. Какую комнату? Успокойся, пошли, валим отсюда уже. Капец, вот тут бы я жил. Здесь у нас находится болотное чудовище, не представляешь, какое дикое, иди сюда. Баба. Да, тебе понравится. О, все, я первый. Просто берешь и заходишь туда, вовнутрь, просто запрыгивай. Люся, вот Люся, она. Люся, привет. Ах, ты что плюешься, а? Не бей ее, только ты... не убивай ее. Ну а что мне с ней делать, она плюется, ну, тварь. За что ее убивать, это ценный ACP объект, его нельзя убивать, опа, ты дурачок. Не попадешь под деду. Пошли дальше, это болотное чудовище, о ней я толком ничего не знаю, это просто, ну, аномальный объект, который нашли на болоте, блин. А, нет, на ней, по-моему, опыты ставили. Да, блин, вот это как Шрека, да, вот тогда мы находили. Какого Шрека? Помнишь, в детстве? Ну, в детстве Шрека нашли. Там, зеленого такого. Это оказался Илюха. Он просто... Какой Илюха? Я не понимаю, что ты несешь. Да помнишь, тогда Илья пропал, говорили, в болоте потерялся. А я потом Шрек. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Какой Шрек в болоте, че? Ладно, пошли, давай, мне интересно. Нет, у этой очки, их надо будет на улице, но не сейчас. Потом а сейчас... болотные мужики у тебя имеются? Нет. Ну, о, вот это очень страшная тема. Очень. За мной. Ты просто берешь... Капец, орет так, что я уже офигею. Иди, заходи прямо сейчас.
сейчас, опа, беги, забегай. Опа, привет, пацаны, как дела? Подожди, я ничего не вижу. Ой, засосало. Сосали, деда, сосали. А что это за питомник? В смысле, ты видишь, это кракен, блин. Давай, быстрее, беги, деда. Смотри, там кракен. Не ешь кракен, это не... Там ходит уже трупак. Ой, и твой трупак там ходит, и Валруса трупак там ходит, капец. На, картошкой по горбу, на. Зачем ты еще раз туда прыгнул? Ты же не убил никого, подожди. Все, хватит запрыгать. Съели деда. Не проблема. Да пошел ты нахер, козел. Так, ну что ж, настало время показать тебе неуязвимую рептилию. Но потом будут такие страшные объекты, что ты усрешься, блин. Я тебе серьезно говорю, главное не обосрись. Да, мои штаны уже полны говна. Ну, его тут нет, ничего тут нету. Как ничего тут нету? Да ничего тут нету. Как это нет? Что, прыгнуть надо, чужой? Во, вот тут. А, во, что-то белое, что-то хрень какая-то. Короче, типа вот я купаюсь. Ай, да я не могу всплыть. Да что ты, нафиг ты ее выпустил тут? Смотри, смотри, что она сейчас делает. Ты что, на деда, что ли, тварина? Попробуй ее убить, попробуй убить. Давай. Она реально больше. Подожди, ее надо обратно затолкать. Она же убьет, мне кажется. Она не убьет, видишь, торчит голова. О, знаешь. Опять эта хрень. Опять. Так, сейчас тебе нужно будет выкрутить звук побольше, пожалуйста, выкрути звук. Там нет скримеров, не волнуйся. Да, точно, а то дед. Да, просто выкрути, чтобы был эффект, потому что у меня был эффект, было очень круто. Сзади какая-то хреновина. О, нет, здесь поломали факела, эти уроды, блин. Подожди, где факела мои? Опа, раз, умри, два. Деда уже страх. Так, а это что? Я не помню даже, что это такое. А, это бессонники. Нет. Идем дальше. Да я тебя не вижу, ты где? Да за мной, иди сюда. Да я здесь, не давай вижу. Сюда, видишь меня? Вот я. Ты думаешь, я херней страдаю? Ну, глаза, что ли? Че не так с глазами, я не понимаю. Теперь тебе остается просто, знаешь, что сделать? О, компьютер. Нет, не за компьютер. Мама, я купил игровой компьютер. Тебе нужно будет сейчас зайти. Ты будешь говорить, что с тобой будет происходить, хорошо? Угу. И скажешь мне, как у тебя ощущения вообще. Давай, заходи и иди к этому камню. Самое главное, просто проходи к этому. Ни хрена. Иди, заходи, вот заходи, это, заходи. Вот это самогона. Просто смотри, дой там. Чё чувствуешь? Сейчас скример, да, будет? Нет, не будет скримеров, я тебе честно говорю, честно отвечаю. Что это за хрень? А чё меня экран отталкивает? В смысле отталкивает экран? Я не могу взглянуть на него. Он красный, ой, блин. Не выходи оттуда, подожди. Деда страшно, сейчас что-то словлю. Что страшного? Подожди, объясни мне. Иди нахер. А чё у тебя за звуки? Ты объясняй. Я убью тебя, тварь. Нет, не ломай даун. Капец, ну всё страшно, бля, выпускаю. Деда, я тебя прошу. Я не могу двигаться. Ну, блин. Ну быстрее! Сейчас это пройдет, не матерись! Пошел нахер, выпусти! Давай, прыгай, просто прыгай, прыгай! Ну что мне сдохнуть? Как это прекратить? Сейчас, просто подожди! Ну как прекратить? Это слышишь, ничего орет. Иди сюда. Ну еще громче, чем дальше я отдаляюсь, тем еще громче орет, капец. Подожди, слышишь, потерпи. Да как? Да заткнись. Я знаю, как можно исправить эту проблему. Все, помоги мне, сделай, что хочешь. Опа. Оно орет. Я слышу даже, как оно у тебя орет. Капец, ты там звук выкрутил за мной. А, все, уже не орет. Что это за хрень вообще была? Это, чувак, красный камень, который вызывает паранойю и всякие страшные симптомы. Ну, на самом деле, в настоящем SCP там, ну, реально скримеры, но здесь нет никаких скримеров, тут только все по звуку. Не, просто, честно говоря, вот это жесткий. Это скотина сзади. Вижу, сейчас я фигану. Опа, до свидания. Пошел ты нахер, козел. Так, сейчас я покажу тебе другого. Звук не... звук такой же оставь, хорошо? Угу. Не, ну вот это четко было, вот это прям... Вот это тоже офигенный по эффекту, главное тоже со звуком. И тут тоже никаких скримеров не будет, все будет нормально. Вот это, в общем... Ай! Это, в общем, SCP под названием Скромник, если знаешь такого. Ой, знаю этого чувырла. А... Hello, everybody. Сейчас медленно мы поднимаемся вверх. И... Пошел ты нахер, козел! Да нет, ты слышишь звук, ты слышишь? Да звук? Слышь, корёт, тварь, не сдыхает. Нет, тихо, не ломай, ну блин, зачем ты ставишь? Подожди, дай мне нормально. Да ты задолбал, блин, ты можешь нормально, честно? Ой, как громко. А это SCP, подожди, нет, не иди сюда, ты должен зайти, я сейчас открываю дверь, ты заходишь, ладно? 3, 2, 1, все, давай, заходи. Let's go. Ох ты ж, тварь, ты чё? Съели деда, не проблема. Опа, ух, а что ты двигаешься, я видел, оп, оп.
Вот это позвоночник не распрямило. Петруха, да, вот ты старый куда делся. Просто берешь и идешь к... Не зачем ты открыл? Ты где? Куда ты пропадал? Ты чё? Не-не-не, не убивай его, главный дурачок, блин. Иначе все, мы потеряем его. Из-за этой клетки он только может, не может выйти. А в остальном он ходит сквозь блоки, понимаешь? Не-не-не, когда будет лоу хп, он тебе телепортнет. Ай, да-да-да-да, где? Где? Куда? Ты в карманном измерении, ты оттуда не... А, что? Тоже ко мне попал? Он телепортируется, какого хрена? Подожди, надо закрыть его, ты блок забрал, дебил. О, он телепортируется, на блоке встает, какого хрена? Так, чё ты, где ты? Я в карманном измерении. Ты должен найти его и умереть от его рук. Где ты вышел? Он вышел! Что? Нет, 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 чувак, он вышел! Что? Всё, он не должен, был выходить, ты дебил, он не должен был, как он вышел, я не понял, что? Он сейчас, вот видишь, он ходит внизу, сейчас нам надо пройти вон, он сейчас на меня заагрит. Короче, когда, он на тебя не заагрит, не волнуйся, ты стоишь здесь, когда он будет подходить вот сюда, ты его толкаешь, бьешь много раз рукой, чтобы он затолкнулся сюда, и закрываешь быстро дверь, понял? Так может я просто закрою двери, нет? Он резко сворачивает и в другую сторону начинает идти, он сюда не заходит, понял? Ну давай, надеюсь, не захватит. Все, давай. Мне сейчас надо, получается, вот так пройти. Опа, вот он, тварь. Так, мы должны его свести, если мы его не заведем, он все, он будет постоянно нас агрить. Давай, держи. Сейчас ударишь его. Да, давай, бей, закрывай, сейчас я закрою. Закрывай. Окей, на этом мы закончим. Всем огромное спасибо за просмотр этого ролика. Не забывайте подписываться на деда, фиг знает куда, не знаю, что у него есть. Ну а с вами был тот самый опаснейший Феликс и опаснейший дед, блин, затраленный вообще. Со своими ACP. Да. Ставьте лайки, всем спасибо и всем пока-пока. Пока.